31 декабря – день салатов, гостей, новогодних фильмов. Смотреть в этот день на лица своих любимых коллег – это, конечно, все здорово, но согласитесь, куда приятнее отправиться с друзьями в баню или остаться дома и ждать своего Жени Лукашина. Парадоксально, но этот день не входит в число официальных праздников, хотя уже более 10 субъектов России отказались работать 31 декабря. Среди них Ленинградская, Свердловская области, соседний Томск. Губернаторы стали объявлять 31-е выходным, а субботу 28 декабря – рабочим. Ну, да я вообще не знаю, что это за вопрос такой серьезный, что обсуждение аж по телевидению. Ну, 31-го все ходят по магазинам, все закупают, все готовятся к встрече. Да выйти-то можно, но лучше, конечно, отдыхать. Сами понимаете, как работают 31 числа. Глава региона Виктор Томенко решил воздержаться от флешмоба губернаторских решений. Главная причина – от населения нет особого спроса. Кому надо, возьмет себе отгул или отпуск. Да и задумываться о судьбе 31 декабря надо было еще в начале года, а не за 2 недели до праздника. И так этот день всегда, выходной он, не выходной, он и так всегда является, ну, в какой-то степени предпраздничным, и чуть-чуть пораньше люди с работы уходят и уже в этот день приходят и в приподнятом настроении, доделывая, как правило, какие-то итоговые дела. 31-е рабочий день, и увиделись с коллегами, и поздравили друг друга, что-то пожелали. И все же в Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря. Решение примут уже, скорее всего, к концу 2020-го. А для кого-то последний день в году, вне всяких законов, всегда будет рабочим. Это касается медиков, военных, полицейских, журналистов. В прошлом году, когда последним рабочим днем в году было 28 декабря, я помню, что мы начали праздновать часов в 10, и мы праздновали шампанским. И часа в 3 у всех моих коллег, включая меня, наступило просто похмелье. И тут вообще не до работы, когда раскалывается голова. Что скрывать, такое может случиться с каждым из нас. Если, конечно, ваш добрый работодатель не объявит 31-е выходным днем. Но в любом случае, по закону, 31 декабря уходим с работы на час раньше. Ирина Корчагина, Илья Халяпин. День с толком.